Я скажу вам, чего хотят ваши клиенты. Они хотят, чтобы вы верили, что они похудеют, даже больше, чем они сами в это верят. Они хотят видеть вашу радость, ваш энтузиазм. Они хотят заглянуть вам в глаза, заглянуть в ваше сердце. Знаете, если вы копнете поглубже и встанете на место покупателя, когда они говорят «нет», когда они отказываются пробовать, поверьте, на самом деле они не имеют это в виду. Они просто говорят, не хочу делать очередную бесполезную попытку похудеть. Вы тут ни при чем. Это не потому, что вы недостаточно представительный, и не потому, что вы еще не научились как следует продавать. Это просто значит, что очень многие боятся сделать еще одну попытку. Поэтому если мы нутром почувствуем, что это значит конкретно для них, то мы сможем с ними говорить, и они почувствуют нашу искренность, они увидят ее в наших глазах и поверят в то, что это средство может им помочь. Главное не слова, а то, что вы сами верите в наш продукт. А тогда они начнут им пользоваться и, наконец, похудеют. Скептический настрой исчезнет, появится радость, и вскоре Гербалайф начнет принимать муж, он тоже похудеет, и их жизнь станет лучше. И всякий раз, когда они будут выходить на воскресную прогулку, все их соседи будут видеть, как хорошо они выглядят и как сияют. И все будут говорить, ничего себе, Клоды-то как изменились. А потом они узнают от вас про бизнес-перспективы Гербалайф и пригласят соседей на презентацию. И очень скоро окажутся в команде War Team и будут делать по 10 тысяч 3 месяца подряд, а потом откроют домашний офис и попадут в команду Jet Team.